Осеннее чудо природы – тыква. Мнений по поводу ее вкусовых свойств как минимум два. Одни считают ее безумно вкусной, другие просто терпеть не могут. На вкус и цвет, как говорится, но с чем точно никто не поспорит, так это с ее пользой. Тыква состоит из 90% воды, но это не просто вода, это очень полезная питательная жидкость, структурированная, которая необходима для жизнедеятельности нашего организма. Тыква, помимо этого, является кладезью микроэлементов, витаминов. В ней содержится витамин А, Е, Д, а также витамин С. Кроме того, тыква защищает от вирусных заболеваний, поэтому как раз сейчас самое время включать ее в свой рацион. А еще одно ее полезное свойство понравится тем, кто следит за своей фигурой. Мало того, что тыква низкокалорийна, она еще обладает антиоксидантным действием, выводит шлаки и токсины из организма, содержит много пектина и клетчатки. Ну что, уговорила вас еще разок все-таки попробовать взглянуть на тыкву с другой стороны. Для этого, конечно, придется все-таки попробовать ее. Поэтому спешу поделиться с вами простым, быстрым и вкусным рецептом. Итак, к вашему вниманию легкий витаминный салат. Лучшая тыква, лучшие... Килограммаж тыквы – это 4-5 килограмм. То есть чуть... не меньше? Не меньше, да. Меньше она будет недозрелая. Чуть больше она может быть уже перезрелая. Я вам буду помогать, что делать? Значит так, вам нужно будет очистить от кожуры и от мякоти. Вот сюда. Я пока порежу яблоко. Этот салат может также понравиться всем тем, кто не очень долюбливает тыкву, потому что здесь присутствуют такие ингредиенты, которые любят все остальные, с ярко выраженным вкусом, как мед, орехи, изюм. И лимон добавить. И лимончик, цедра лимона, сок лимона. И все это немножко притупит вкус тыквы, но при этом не убавит ее полезных свойств. Что делать? Тыкву также нарезаем соломкой, а вас бы я попросил сделать цедру лимона. Тут обратите внимание, нам нужна только цедра лимона, то есть желтая часть кожуры. Белую не используем, она горчит. Добавляем изюма. Заправляем все это медом. И лимонный сок. Мы выкладываем аккуратненько на тарелочку. Такой у нас получился яркий, красивый, пахнючий. Да, очень вкусно пахнет. И заключительный аккорд – это орех молотый. Грецкий, да? Грецкий. Кроме того, что этот салат безумно полезный, он еще и абсолютно диетический. Так что, милые дамы, берите на заметку – лучше всякого пирожного. Тут я, конечно, немного слукавила, но хотя бы попытаться обмануть свой организм можно.